В Иванове завершился второй этап школьной регбийной лиги среди учеников 3-4 классов. Финальные игры прошли на стадионе «Автокраны». Первая школьная лига прошла год назад. Если в прошлый раз в ней приняли участие 10 команд, то на этот раз их уже в два раза больше. Мы взяли ее в качестве вариативной части. Нам тоже очень понравилось. И в чем как бы плюс, что сама федерация регби нам очень помогает в этом. Мячами, тегами, поясами. Педагоги говорят, детям всегда нравится заниматься чем-то новым. И регби в этом плане не исключение. У нас очень хорошо популярно регби только в нашем классе. Нас играют 7 человек. Некоторые просто боятся. Некоторым родители говорят, что можно что-нибудь сломать. Но так, если просто заняться им и походить неделю, это будет очень хорошо, и вы привыкнете. Мне не страшно, потому что я занимаюсь вольной борьбой. За первое место во втором этапе лиги боролись «Викинги» из 4-й школы и «Ястребы» из гимназии номер 36. Победу одержала начинающая команда «Викингов». Ребята играют вместе всего несколько месяцев. Наша команда, да, молодая, но мы смогли собраться и выиграть 2 этапа. И 3-й тоже мы этап сейчас будем выигрывать, захотим его выиграть. 3-й этап соревнований начнется уже в конце апреля. Команды будут готовиться к нему особенно тщательно. Уровень растет. Видно, что дети не просто приходят побегать с мячом, они тренируются, что-то наигрывают, какие-то комбинации, еще что-то. Уровень растет. И вот как полуфиналы и финалы были уже достаточно очень хорошего уровня, была игра у команд. После первых двух этапов всем командам начислят баллы. И у тех, кто вошел в пятерку лучших, еще будет шанс отыграться. Команде, набравшей наибольшее количество баллов, достанется большой переходящий кубок. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.